Слон бродит по луне, кот плещется в волне, но только все не замечают, кричат вдогонку мне. Так не бывает. Летающие рыбы танцуют на коньках. Так не бывает. По Африке пингвины летают в облаках. Чудес хватает на земле, и пусть твердят, как прежде мне. Так не бывает, не бывает. А я говорю, бывает. В горшке. Это цветок. Мне его Витька из 2 Б на 8 марта подарил. Ой-ой-ой, Витька и колючки подарил. Степка, ты что наделал? Это же рисунок для мамы. Твой цветок муху слопал. Так не бывает. Да это прямо какой-то цвет Горыныч. Лиза! Сарацения. Цветок, который питается насекомыми. Цветок? Насекомыми? Я всегда думал, цветы и мухи не обидят. Но если не считать того, что они их едят. Мы попали в мир хищных растений. Они встречаются везде, кроме Антарктиды. Обычно растут на болотах, где почва невкусная и совсем не питательная. Поэтому хищники и научились добывать полезные вещества по-другому. Они поедают насекомых и даже мелких животных. Эй, отдай! Отдай наше мелкое животное! А это кто? Росянка. Ее листья покрыты волосками, на конце которых клейкие пузырьки. Ириска, зачем ты к ней полезла? Да потому что она учуяла запах. Все хищные растения привлекают добычу запахом нектара. Ириска! Я мухой! Степка, берегись! Это кувшиночник! Главное, не попасть в кувшин! Видела, как я полетел? Но ведь так не бывает. Бывает, бывает. Так не бывает. Собаки не летают. И дети тоже. Лиза, ну зачем ты это сказала? Ну, а это тогда кто? А, это самая обыкновенная Венерина мухоловка. Ну да, Венерина.
как без рук. Но нам-то мухоловка зачем? Ты лучше ее Витьке верни. Нет, она полезная. Пусть уж у нас остается. Будет мух ловить. Степка, отстань от Ириски. Давай лучше маме новую картинку на 8 марта нарисуем. Вместе. Давай. Давай, давай. Давай, 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 давай. Только цветок пусть будет другой. Не хищный. А травоядный. Чтобы маму он точно не покусал. Слон бродит по луне, кот плещется в волне, но только все не замечают, кричат вдогонку мне. Так не бывает. Летающие рыбы танцуют на коньках. Так не бывает. По Африке пингвины летают в облаках. Чудес хватает на земле, и пусть твердят, как прежде мне. Так не бывает, не бывает. А я говорю, бывает. Прием, прием, я разведка. Вижу противника. Посторонись, танки идут. Это не по правилам. Не мешай, я читаю. О, сестрица. Книжная червякашка. Не червякашка, а гусеничка. А чем эта гусеничка лучше червячка? Червяки такие противные. Только и делают, что землю жуют. Кыш. Всю жизнь. Черноем. А гусенички такие милые, бывают гладкие, пушистые, а еще с рожками и тысячи ножек. Эй, ой, эй, ой, эй, ой. Эй, догоняй! Гусенички живут в траве и на деревьях и превращаются в куколок. Прям в кукол? Так не бывает. Да не в кукол, а в куколок. Вот, смотри. Конфеты какие-то. Нельзя, ты что? Это же будущие бабочки. Так, не бывает. Не бывает. Бывает, бывает. Книжки надо читать. Они полезные. Вкусные, что ли? Ого! Лис.
чтобы летать и совершать открытия. Спасибо. Все, бензин кончился. Степа, но читать надо учиться. Может быть, ты станешь таким же умным, как и я. Как ты? Выплюнь! Выплюнь скорее! Это же мое домашнее... задание. Слон бродит по луне, кот плещется в волне, но только все не замечают, кричат вдогонку мне. Так не бывает. Летающие рыбы танцуют на коньках. Так не бывает. По Африке пингвины летают в облаках. Чудес хватает на земле, и пусть твердят, как прежде мне. Так не бывает, не бывает. А я говорю, бывает. Добыча не уйдет от меня сегодня. Я буду преследовать тебя по полям и горам. Ха-ха! Думаешь спрятаться от меня? Я сейчас я тебя поймаю. Ну что ты прыгаешь, как мартышка? Сядь за стол, скоро будет чай. Я пришел сюда не за чаем, а за своей добычей. Веди себя по-человечески, а то совсем озверел. Не хватайся за еду, сначала вымой руки. Что ты наделал? Совсем в обезьяну превратился. Так, немедленно надень ботинки и отдай мне бананы. Ну что ты творишь? Мы же не в каменном веке. О! По-моему, в нем. В каменном веке люди уже умели делать посуду, примитивное орудие труда, приручать животных, между прочим. Тебе даже до пещерного человека еще далеко. У тебя же хвост. Ну и что? С ним удобнее. Ну, вот как! Зачем вообще человек от хвоста избавился? Хвостатые и легкомысленные, вроде тебя, чаще попадались хищникам. Ой! Так, спокойно. Нужно отвлечь его внимание. Степа, протяни мне ветку, только без...
из резких движений. Вот видишь, главное не хвост, а смекалка. Да я бы тоже догадался. Да тебя бы давно уже съели. В диком мире без меня и 5 минут не протянешь. Куда орудие труда, пещерный человек, все ерунда. Вот хвост, это да. Костры научишься разводить и чай пить будешь с друзьями. Лиза же показала как. Если у меня получилось, у тебя точно получится. Да, без хвоста лучше. Бродит по луне, кот плещется в волне, но только все не замечают, кричат в догонку мне. Так не бывает. Летающие рыбы танцуют на коньках. Так не бывает. По Африке пингвины летают в облаках. Чудес хватает на земле, и пусть твердят, как прежде мне. Так не бывает, не бывает. А я говорю, бывает. Так, ура!
Ой, стоять! Лиза, помоги! На меня кракен напал! Лиза! Лиза! Ой, Степ, дай поспать, а? Я не могу. На меня... Кракенов не бывает. Это вымышленные существа. Они на корабле нападали! Хватали щупальцами и утаскивали на дно! Вместе с матросами! Ай! Ириска, ну тебя! Лиза, смотри! Ну и где твой кракен? Спрятался, наверное. Ничего, сейчас мы его поймаем. Как же поймаешь? Подождем. Сейчас. Шевелится, по-моему. Ну давай же, давай. Какой хорошенький. Чего расчерикался? Ты же мне всех кракенов распугаешь. Рыба есть рыба. Млекопитающие вообще-то. Тем более. Лиза! Клюет! Держи его! Дай! Дай! Тяни! Эх, сорвался. Задраить люки. Начинаем погружение. Может, не стоит? Экспедиция в самом разгаре. Смотри, лес подводный. Это морская капуста, ламинария. Она достигает в длину 20 метров и содержит много йода. Капуста с йодом? Еще бы зеленки добавили. Темно, как в космосе. О, звезды взошли. Теперь только луны не хватает. Смотри, вон и луна. Где? Это рыба такая. Действительно? Светится прям. Что-то тесно становится. Слишком высокое давление. Скоро нас расплющит, как консервную банку. Давай выбираться отсюда. Скорее! Не могу достать до рычага. Ириска, спасай! Лиза, моя наживка на самом дне. Кракен. Надо же, вот оно как бывает. Угу.
слон бродит по луне, кот плещется в волне. Но только все не замечают, кричат вдогонку мне. Так не бывает. Летающие рыбы танцуют на коньках. Так не бывает. По Африке пингвины летают в облаках. Чудес хватает на земле, и пусть твердят, как прежде мне. Так не бывает, не бывает. А я говорю, бывает. Вот интересно, низ стал верхом, а верх внизу, и ничего никуда не падает. Степан, ты что с грязными ногами на диван забрался? Ну-ка, слезай давай. Ой, лис, ты умеешь ходить вверх ногами и еще и разговаривать. Вот сейчас про тебя маме и скажу. А наша земля точно круглая? Круглая, круглая. Вот как этот апельсинчик. Вот, мы живем на земле вот здесь. А вода отсюда сверху вниз стекает? Нет, из воды опять появляются облака. И это называется круговорот воды в природе. А, теперь ясно, вода капает в облака. Понятно, что такое круговорот воды в природе. А как живут люди там, внизу? Они же могут свалиться с земли в небо. Что-то держится, чтобы не упасть с земли. Кометы, астероиды, метеориты разные там. Ух ты! А что это такое сила притяжения? Про силу притяжения или гравитацию знали еще Аристотель и Ньютон. Это были тоже черепашки-ниндзя? Да нет же, это ученые такие были. Ты будешь меня слушать? Про ученых неинтересно. А про силу притяжения буду. Ну вот, силой притяжения обладает любое тело. Даже ты. Эй, не надо притягивать конфеты до обеда. Я тоже замечал притяжение. Тут-то в детском саду меня тянуло то к Лене Михайловой, то к Юле Грумман. Не тянет, а притягивает. И вообще, сила притяжения больше ощущается на очень крупных объектах. На планетах, например. Вот наша Земля притягивает всех живущих на ней. И еще атмосферу. И даже с Луной они притягивают друг дружку. Да, мы сильные! Мы своего не упустим! Как нам ночью без Луны, а? Темно и страшно! И только космические корабли побеждают земную гравитацию и улетают в космос. И чем дальше улетают, тем меньше Земля притягивает их.
хорошо, что летают. Есть путь к отступлению, на всякий случай. Вдруг земля притянет что-нибудь, что не надо притягивать. Ее притянет кто? Ай, вот это грохнулся! Это ты не грохнулся, а испытал на себе земное притяжение. Лис, вот было бы здорово, если бы люди могли летать, как птицы. Ой, ну какой же ты, Степка, бестолковый. Да люди не летают. Так не бывает. Очередная загадка. Есть ли пришельцы или их нет? В долине Наска в Южной Америке обнаружены огромные рисунки размером свыше 200 метров. Этим рисункам тысячи лет. Кто их создал? Для чего? Птицы, насекомые, животные. Их можно разглядеть только с воздуха. Под долиной есть подземные ходы так и огромные залы. Так не бывает. Так что это? Огромный космо... Пришельца убили, а ведь он прилетел дружить. Пришельцев не бывает. Еще как бывает. По телеку сказали. Все равно не бывает. Пришельцы — это выдумки. Пока ты дрыхла, Самсоня, я уже тут облетался. Видала, какой огроменный паучище. Как аэродром. Это кто все нарисовал? Да кто? Откуда я знаю? А это какая планета? Хвост! Так, пристегнуть ремни. Посадка. Где же рисунки? Одни канавы. Ириска, назад! Ириска! Ой! Thank you.
Ларри, собаки. Наш пришелец – скульптор. Ага, лепильщик. Наших зверей прилетел лепить. Лепит разных ушастых. Наверное, он ждет не дождется своих таксов. Братьев. А может, маму и папу. Ну не грусти. Твои обязательно прилетят. Скоро-прискоро прилетят. И заберут тебя домой. Давай вместе подождем. Ты что, нам домой пора? Мама будет волноваться. Домой. Мама. Еще одна загадка. Статуи острова Пасхи. Назначение каменных изваяний до сих пор неизвестно. Ребята, пора вставать. Я понял. Мы пришельцы. Почему? Ну мы же появились у мамы с папой. Значит, мы тоже пришельцы. Лиза, Степа, подъем! Завтрак остывает. Хорошо, когда мама с папой рядом. А где Ириска? Папа с ней гуляет. О, я думала, она улетела. Куда? Куда-куда? Пришельца выручать. Какого пришельца? Нашего, с ушами. Ты чего, все проспала? Нет, не все. Эх, Сонька за Сонька. Сам ты за Сонька. Всю ночь ворочался и хрюкал, как свинарник. И че это сразу свинарник? Свинарник. Человека простуда. В космосе простуды разные. Хрюкающая простуда. Диагноз. Там-та-да-дам, там-та-да-дам, там-та-да-да-да-да-дам. Разлегся. Чуть ногу не сломала. Не видишь? Враги мне крепость сломали. Какие еще враги? Дышь, 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 дышь. Опять твои выдумки. Классная каска. Будет у меня генералом. Это же мухомор. Вредный и ядовитый гриб. Ядовитый? Что, ужалить может? Надо знать про грибы все. И не путать съедобные и ядовитые. Вот, это полезный белый царь грибов. Это подосиновик, это маховичок, а это лисички-сестрички. Все эти грибы съедобные и полезные. Пусть малышня в грибочке играет. Ядовитыми грибами можно отравиться, даже умереть. Или вообще превратиться в сморчка. А мухомор все-таки красавчик. Коварный и опасный гриб. Да по мордатам! Чуфырь-пупырь! Ах ты, мухоморище! Ну, попадись мне! Эх ты, недотёпа! Недотёпа! Проворонил сестру! Проворонил! А ты кто? Ты полезный? Полезный, полезный!
лечит меня маховичок. А для тебя, парень, урок. Какой еще урок? Мухомор, злой колдун, а поганки его слуги. Не всякие глаза видят врага. Так не бывает. Бывает. Мухомор и тебя проучил. В лешего превратил. Это за что, мухоморище? А я его генералом назначил. Это зря. Где враг, где друг? Не узнаешь вдруг. А попала твоя Лиза в ведьмин круг. Поганки ведьмы? Кто сомневался? Тот с носом остался. Ириска, ты чего такая? Здоровая! Лизу до полуночи не спасешь. Вместе с ней пропадешь. А как ее спасти? Он не знает. Поганки хороводят. А мухомор верховодит. От чар Лизу избавишь, если узнаешь. Ступай, ступай, сестру выручай. Ну как? Вот молодняк, все наперекосяк. Ладно, поможем. И если сможем. Нет, не спасет. Городские детки, как сороки в клетке, только трещать умеют. Учи показом. А не приказом. Знаю, знаю. Много ученых. Мало смышленых. Стой, как пень. Кончается день. Сестру не узнаешь, навсегда потеряешь. Потеряешь. Ну что делать-то? Лизу не найдешь. Сам пропадешь. Лешим останешься. В лесном пристанище. Да, как вы, детки, не храбритесь? Без стариков ни на что не годитесь. Годитесь, годитесь. Лиза! Хоть ее нет. А молодец. Давай присказку вспоминай. Сестру не забывай. Чего разлегся? А я тебя узнал, я тебя узнал. Узнал? В поганкином круге ведьмы тебя в огневку превратили, а белый и маховик мне помогли. В огневку? Откуда ты про огневку знаешь? Секрет, секрет, секрет. Тут и сказочки конец. А кто слушал, молодец. Это ты сказала? Что? Про молодца. Ой, спи давай. Молодец, холодец. Сама холодец.